В этом году в рамках акции «Караван милосердия» свыше 60 детей получили материальную поддержку от Совета матерей при алматинском филиале Ассамблеи народа Казахстана. Организация помогает не только малышам из неблагополучных семей, но и женщинам, которые подверглись насилию. В состав Совета входят 350 матерей. Совершать добрые дела им помогают предприниматели и неравнодушные граждане. Всего в Казахстане функционирует 210 таких организаций. Мы курируем два приюта. ЦАН, Центр адаптации несовершеннолетних детей города Алматы, и приют временного содержания детишек. Это юридически правовая форма поддержки, это и психологическая, моральная. Курируя детей, периодически мы бываем там, постоянно держим связь с директорами приютов.